6 волейбольных коллективов, 2 полевские команды и по одной из Екатеринбурга, Рижане, Вьянска и Нижнего Тагила по круговой системе били за звание сильнейшей. Уровень команд примерно равный. На мастерстве и опыте волейболистов сказывалась только разница в возрасте. Ну, есть, которые 7-й год поменьше, да, они немножко это самое отличаются. А вот 6-й год одинаковые команды. Просто у кого-то наигранность уже большая, а у кого-то еще нет. Ну вот у нас гости тоже маленькие девчоночки, вот только что игра закончилась, это Уралочка, город Нижний Тагил, они приехали в 2007-м, хотя наши девочки маленькие у них и выиграли, но перспектива очень хорошая, команда будет, просто малыши еще. Некоторые команды ввиду молодого возраста волейболисток впервые участвовали в этом турнире, а другие, как, например, коллектив из Невьянска, уже играли на соревнованиях, проводимых в детско-юношеской спортивной школе. Ирина Анатольевна вообще молодец у нас. Она проводит очень хорошо турниры. Вот. Замечательно. И размещение, и кормежки, и сам турнир проведения – это очень здорово. Она молодец. Она была молодцом, и так молодцом она у нас и держится. Турнир получился насыщенный. В первый день прошло 9 игр, во второй – еще 6. Всем командам перед летними каникулами хватило игрового времени, дабы завершить сезон в хорошем тонусе и расположении духа. Особенно поливчанкам, которые в родных стенах намеревались закончить сезон на мажорной ноте, завоевав золотые медали и кубок. Только что вернулись из города Екатеринбурга 2006 годом на первенство из Дешор Уралочки. Мы стали третьими. Также мы в мае выступали с 3 по 7 мая. Было первенство области «Летающий мяч» по 5-6. Из 20 команд мы 10-е. Мы девочкам присваиваем разряды. На УРФО мы в апреле месяце уже стали 6-е. Медленно, но верно. После первого игрового дня лишь 2 команды не потерпели ни одного поражения. Это первая команда Полевского и сборная Рижа. При этом полевчанки громили своих соперников с сухим счетом 3-0. И во второй день эти команды в очном поединке должны были разыграть первое место. Игра получилась трудной и упорной, но в итоге полевчанки снова победили 3-0. Несмотря на то, что практически все команды не обошлись без поражений, а некоторые команды были представлены девчонками на год младше, уровень волейбола, который они демонстрировали, был достаточно высокий. И зрители, большинство из которых были родители участниц, оставались довольны играми. В итоге, одержав 5 побед в 5 матчах со счетом 3-0, заслуженное первое место заняла первая сборная Полевского. На втором месте команда из Рижа, замкнули тройку девчонки из Невьянска.